Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, мои друзья, с вами ваша Елена, рада вас всех приветствовать на моем канале, девчоночки. У меня сегодня для вас очередная масочка, которая поможет вам отбелить кожу лица, избавиться, не то что избавиться, а знаете, сделать менее заметными пигментные пятна, если у вас такие имеются. Она ее также вам увлажнит и очистит от всяких, значит, там, прыщиков, мелких морщинок. Вот как-то так, мои дорогие. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Будем готовить вместе и применять. Кстати, такая маска подходит женщинам от 35 и до 70 лет и выше. Так что вот, мои друзья, с вами ваша Елена. Я вас люблю. Ну что, будем готовить вместе масочку. Для этого нам с вами понадобится сметанка. Желательно брать сметану 15-20% жирности. Может даже, девочки, взять просто домашнюю сметану. Будет еще даже лучше. Также мне понадобится такая пиалочка, мисочка небольшая. Я беру 1 столовую ложку жирной сметаны. Вот так в мисочку ее отправила. В сметанку я сейчас добавлю 1 чайную ложечку без горки пищевой соды. Добавлю. Перемешаю все это дело при помощи кисточки. Вот так. И сюда же, девчата, добавлю сок лимона. Я уже отжала сок лимона, у меня здесь находится 1 чайная ложечка. Добавляю. Это чтобы убрать пигментацию на лице. Вот такая смесь у меня получилась. Пышная, пушистая. Лицо мы с вами очищаем от косметики. Ну, это как всегда, да, девочки? Вот. Я лицо очистила, кроме глазок, девочки. Глазки у меня накрашены. Вот. Наносим нашу маску на очищенную кожу лица по массажным линиям. Ой, мне, знаете, надо было что сделать? Одеть ободок. Сейчас я это сделаю. Наносим масочку. Маски с пищевой соды придают коже молодость и упругость. Пищевая сода сможет стать недорогим, но эффективным средством по уходу за кожей лица, особенно в возрасте плюс. Пищевая сода удаляет не только грязь, но и отмершие клетки с кожи лица. На моем канале есть замечательная умывалочка с добавлением пищевой соды. Кому интересно, ссылочку оставлю в описании под видео. Такие умывалки очень хорошо действуют на нашу кожу. Кожа лица подтягивается, осветляется, освежается и молодеет. А данная маска будет вам просто в помощь. 1-2 раза в неделю применяйте такую маску, и вы не пожалеете. Наносим маску на 15-20 минут. Также, девчата, наносим на шейку и на зону декольте. Пройдет 20 минут, я продолжу. Мои хорошие, масочку смыла, нанесла уходовый крем. Лицо просто в отличном состоянии, я считаю. Просто в отличном состоянии, девочки. Такую масочку мы с вами делаем 1-2 раза в неделю. Если у вас вдруг сухая кожа, не забываем добавлять в эту маску 1 чайную ложечку оливкового масла или масла виноградных косточек. Даже можно добавить кокосовое масло 1 чайную ложечку или просто обыкновенное растительное масло. Вот. И будет вам счастье. Мои хорошие, кому понравилось, не забудьте поставить лайки, подписываться на канал. Переходите на мой канал Яндекс.Цен, буду всем очень рада. На мой канал «Дальневосточники на юге» и на мой канал «Домашняя кухня СССР». Я вас всех очень сильно люблю. Всем пока-пока. Завтра мы увидимся. Кстати, мои хорошие, мое снижение веса продолжается, похудение мое продолжается. Завтра я надеюсь, что уже будет видео с моими рецептами, которые я готовлю для себя, чтобы снижать свой вес. Слава Богу, все идет хорошо. Надеюсь, что... И у вас также все прекрасно. Я вас люблю. Пока-пока. Увидимся завтра.